Абдели Алжир. В синем ринге Моджибилло Турсунов, Узбекистан. Repeat. In the red corner, Yahya Abdali from Algeria. In the blue corner, Моджибилло Турсунов. Заключительный поединок весовой категории до 64 килограммов сегодняшнего соревновательного дня. Яхья Абдели из Алжира и Моджибилло Турсунов из Узбекистана. Яхья пытался добраться на Олимпиаду в Токио, но как раз это был африканский квалификационный турнир в Дакаре, но там не оказался в числе тех, кто получил олимпийские лицензии. Ну и также недавно боксировал он в Турции на достаточно серьезном турнире Хмета Камерта, но проиграл там турецкому боксеру Эрдемиру. Что касается Живого Турсунова, он победил здесь уже на турнире иранца, у иранца Хусейна Жидди и также ирландца Стефана Лохарта. Родом он из Андиджана, я веду Мужибуло. И в мае боксировал в России, в Хабаровске, на международном турнире, и там оказался в числе призеров. На ближней дистанции старается действовать Яхья. Провалился. Мощно боковыми на короткой дистанции действует Моджибулло. Просто дожидается, когда соперник сам к нему подходит, и дальше уже выбрасывает удары. И вот видим, что есть повреждение в районе левого глаза у Абдели. Вот я только не знаю, это старое открылось. Ух ты, я не знаю, эмоции проявил все-таки Яхья из команды Break. То есть либо это старое повреждение снова открылось, либо новое получил боец из Алжира. Ух ты, есть, это нокдаун чистый причем. Увлекся Яхья. Да, но показывает, что готов продолжать. И там 10 секунд остается до завершения поединка. До завершения раунда, на поединок только начинается, но эмоций очень много. Ринг Б. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Яхья Абдели, Алжир. Боксер провел на ринге 89 поединков, в 86 боях одержал победу. Второй раунд. Прям на эмоциях и так вот с такой не очень правильной злостью, на мой взгляд,
Яхья Абдели сейчас атакует. Да, злость она должна быть присутствовать, но она должна быть спортивной, выверенной, что ты как бы, ну, не жалеешь особо соперника вот, в момент боя. А здесь как-то слишком уж эмоционально воспринимает очень многие вещи алжирец. Ну, во всяком случае, так визуально выглядит. Хорошая серия, корпус и вот перчатки сейчас, голову здесь, потом апперкот, и опять на корпус Меджибуло атаковал. Снова силовые удары. Опять одним из таких силовых ударов Меджибуло соперника уже отправил в нокдаун. Почему бы и не повторить? Ну и опять-таки прямо силовая работа на ближней дистанции. Достаточно зрелищная, надо отметить. Размениваются хорошими попаданиями. Кто-то другой. Есть одиночный. Очень четко сейчас действует Меджибуло Турсунов, да, и на ногах, и на ближней дистанции, да, показывает, что, в общем-то, ну, хорошо, соперник предложил работать на ближней дистанции, ответим ему, и он сам в этом пожалеет. Смотрим третий раунд. Но по-прежнему не отступает от своего плана боец из Алжира. Но другой вопрос, что план-то у него пока оказывается не очень состоятельный. И здорово, со средней и с ближней дистанции прежнему работает Меджибуло. Постоянно стремится раскрыть блок соперника, пробить между рук, заставить Яхья поднимать
руки разводить их широко, ну и дальше пробивает по корпусу, и пока соперник реагирует, еще успевает и в голову пару ударов отгрузить. Да, и шнурок развязался, и капа выпала еще. Длинная пауза. Хотя не факт, что она уже была вообще нужна, эта пауза. Ну, прямо побежал сейчас вперед Яхья, причем как-то очень неподготовленно. То есть просто уже вот фронтально, набегая на соперника, выбрасывая удары. Но особых сложностей у Турсунова здесь нету. С тем, чтобы вот так разрывать дистанцию, встречать точными попаданиями. Несколько прямых ударов от Абдели, но все по воздуху. И снова, да, он просто уже так работает тем, что вбито в подкорку, тем, что на уровне рефлексов, но его рефлексов не хватает для того, чтобы узбекского бойца поймать на что-то значимое, на какое-то тяжелое попадание. Не знаю, кстати, хорошо так и жестко ответил Турсунов. 10 секунд до завершения поединка. Ну, вообще, конечно, уже уровень показал очень высокий. Уже было здесь и в целом на турнире, ну и конкретно в этом бою также. Сомнений в этой победе не было. Наше поздравление. В этом бою единогласным решением судей. Уже был Турсунов. Узбекистан. Ринг бой 13-й поединок. Весовая категория до 91 килограмма.